Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу, друзья, поделиться с вами буксом, где нам дают абсолютно без вложений на просмотре сайтов, то есть серфинге, плюс кран, зарабатывать биткоин Сатоши. Называется Agro Faucet. Значит, он есть здесь, что он нам показали, на Трастпилоте он еще есть. Значит, ну так вот он выглядит. Участников уже почти 10 тысяч человек. Выплаты, кликов, ну и все такое. Очень легкий букс. Сегодня также мы проверим его на вывод. Вот Трастпилот. Значит, все шикарно. Регистрация здесь, друзья, наипростейшая. Значит, юзернейм, email, биткоин, адрес от Faucet Pay. Два раза пароль, галочка. Кликаем зарегистрироваться. Вход по логину и паролю. Логин, пароль. Разгадываем капчу и заходим в кабинет. Так, ну что, вот у меня на вывод 101 биткоин Сатоши. Я набрала минималку на кране. Как я сказала, букс очень легкий. Значит, минималка на вывод, друзья, здесь от 100 сатош. Значит, домашняя страница, настройки, обмен, депозит. Это кто будет рекламировать, вывод и рефералы. Значит, смотрите, это главная страничка Home. Вот здесь вверху кран. Дает от 1 до 5 биткоин Сатоши один раз в 15 минут. Кликаем, ни подводных реклам нет, ничего. Разгадываем капчу. Вот на синенькую вкладочку. Все, нам зачет 5 Сатоши дало. И здесь вот баланс отображается сразу. 106 стало. Здесь рефшары, это по желанию. Если вы хотите тут пакеты покупать, я ничего не покупаю. Я работаю абсолютно без вложений. Так. Далее. Это фервал. Я сюда не захожу. Так. Можно почитать информацию. Далее еще вот серфинг. Значит, и вот здесь по 2 сатоши, 2, 4, 6, 8 биткоин сатошиков. Серфинг очень легкий. Ничего не виснет, слава богу. Во всяком разе у меня. И каждая рекламка по 10 секунд. Ну и все. Замечательно. Таким вот образом просматриваем весь серфинг. Так, далее. Здесь реклама. Если вы хотите рекламить свои проекты, пожалуйста, читайте, переводите на русский информацию и рекламить. Значит, здесь домашняя страничка. Так, у меня на балансе стало 108 биткоин сатошков. И, как я уже сказала, минималка на вывод здесь от 100 биткоин сатошков. Так, давайте теперь что надо сделать? Надо вывод. Значит, это депозит, если вы будете покупать пакеты или же давать свою рекламу. Это уже сами думайте, решайте.
Я здесь только зарабатываю на кране и на серфинге. Вот вкладочка «Вывод». Значит, прописан адрес, привязан от Faucet Pay. Значит, и кликаем Faucet Pay. 108 биткоин сатошков. Комиссии 0. И я кликаю Submit. Загорелось зелененьким. Мои сатоши отправились на кошелек. Так, и баланс у меня сразу обнулился. Давайте перейдем на Faucet Pay. Значит, у нас сегодня 9 июня. Страничка обновится. Агро Faucet. Комиссии не сняли. 108 биткоин сатошиков. 9 июня. Прибыла на кошелек. Платит инстантом. Все шикарно. Кран дает в основном 4-5 биткоин сатоши. Ну, во всяком разе, мне по одной сатоши два раза только выпало. Довольно-таки неплохо. И я минималку на вывод набрала. Очень-очень быстро. Вот. Притом без рефералов. Так, и реферальная ссылка Get Referral. Вот здесь находится партнерская ссылочка для приглашения. Ну и баннеры. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Неинтересно, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!